Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Евгений Шварц. Обыкновенное чудо. Сказка. Пролог. Обыкновенное чудо. Какое странное название. Если чудо, значит необыкновенное. А если обыкновенное, следовательно, не чудо. Разгадка в том, что у нас речь пойдет о любви. Юноша и девушка влюбляются друг в друга, что обыкновенно. Ссорятся, это тоже не редкость. Едва не умирают от любви. И, наконец, сила их чувства доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса, что и удивительно, и обыкновенно. О любви можно говорить и петь песни, а мы расскажем о ней сказку. Сказки очень удобно укладываются рядом, обыкновенные и чудесные, и легко понимаются, если смотреть на сказку, как на сказку, как в детстве, не искать в ней скрытого смысла. Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь. Среди действующих лиц нашей сказки, более близких к обыкновенному, узнаете вы людей, которых приходится встречать достаточно часто. Например, король. Вы легко угадаете в нем обыкновенного квартирного деспота, хилого тирана, ловко умеющего объяснять свои бесчинства соображениями принципиальными, или дистрофией сердечной мышцы, или психоастенией, а то и наследственностью. Сказки сделан он королем, чтобы черты его характера дошли до своего естественного предела. Узнаете вы и министра-администратора, лихого снабженца, и заслуженного деятеля охоты, и некоторых других. Но герои сказки, более близкие к чуду, лишены бытовых черт сегодняшнего дня. Таковы и волшебник, и его жена, и принцесса, и медведь. Как уживаются столь разные люди в одной сказке? А очень просто, как в жизни. И начинается наша сказка просто. Один волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством. Но как ты волшебника не корми, его все тянет к чудесам, превращениям и удивительным приключениям. И вот ввязался он в любовную историю тех самых молодых людей, о которых говорил и вначале. И все запуталось, перепуталось и, наконец, распуталось так неожиданно, что сам волшебник, привыкший к чудесам, и тот всплеснул руками от удивления. Горем все закончилось для влюбленных или счастьем, узнаете вы в самом конце. Интересного прочтения, дорогие друзья, увлекательного путешествия волшебными сказками.